Всем привет! Сегодня будем готовить блины, но перед этим немного забежим в будущее и посмотрим, что у нас должно получиться. Вот что у нас должно получиться, но пока это в будущем и возвращаемся в начало. Вот что нам понадобится для того, чтобы приготовить блины. 4 яйца, молоко, соль, мука, сахар и подсолнечное масло. Блинов хочу со сметаной. Поглядим, как все это делается. Разбиваем 4 яйца. Взбиваем их миксером. Так, на каждое яйцо добавляем по стакану молока, разведенного с водой примерно на 1/3. И снова все взбиваем. Добавляем муки пол стакана на 1 яйцо. Снова все взбиваем миксером, миксер ставим на самую низкую скорость. Ну вот, наши блинчики готовы. Всем приятного аппетита. Как вы видели, все это легко и просто. Поэтому пробуйте, и у вас все получится. Если было что-то непонятно, еще раз посмотрите видео.